землю, black metal, лайфстайл пожинаю и сею. Те мрази все вышли из дьявола семени. Всем привет, друзья, с вами я, Флэш, и в этом видеоролике вы послушайте мои ответы на вопросы, которые некоторые писали ВКонтакте. Вот, думаю, нужно начинать, поехали. Первый вопрос. Сколько тебе лет? На данный момент мне сейчас 12 лет скоро. И, ну, почему не врал, что мне 15? Про это я отвечу в следующем видеоролике. Сейчас вы еще спросите второй вопрос. Они не мои, то есть я беру у некоторых блогеров, и вы сейчас подумаете иногда, ну, у меня сейчас 100 подписчиков всего лишь, спасибо вам большое сразу заранее. Вы сейчас подумаете, где взял этот аккаунт? Я взял его у Ники, и Ники со мной общается, кто не верит. Ну, не верьте, если хотите, но на самом деле правда. Я еще познакомился с ним давно, то есть не то, что давно, в этом году. Еще не было зоны 9 и не было... Короче, не было таких ножей, скорпион, вы поняли. До этого. Ну, короче, вы... Короче, понятно уже. И, в принципе, я хочу, ну, еще лучше научиться играть. Ну, это сейчас я играю на данный момент. И я играю очень хорошо. Ну, он меня учил, столько учил, что аж, ну, вам не... Короче, мама одна не узнает. Хотя, что тут узнавать, если ты играешь всего лишь. Ну, короче, третий вопрос. Да, я самокатер. Ну, у меня есть второй аккаунт про самокатные будни. Вот, там я буду выкладывать, ну, когда-нибудь хорошие видео, но пока нету возможности вообще. Что если буду покатать, то я, в принципе, даже, ну, про все забуду, чтобы я снимал. То есть, допустим, я вчера хотел снять видео на канал, на лайв-канал, ну, про скуту. Вот, и у меня нифига, ну, ничего не вышло.